Встретил я тут еще одного детка на велосипеде. Ну, спросил там, типа, как тут кататься, если тут все в горках. Он слово за слово говорит. Город стал таким, что можно фильмы про войну снимать. Я говорю, ну да, Сталинград, типа. Ну и он. С годами только лучше становится. Спал ли я? Не-а. Времени 5:46. И я катастрофически опаздываю на ласточку. Ну, короче, тоже добрался не без приключений. Контролерша, или скорее даже кондукторша, попросила меня, чтобы я сначала разобрал велосипед, снял колесо, потом его заносил уже в вагон. Ну, естественно, я этого не делал. Занес так, чехлом накрыл, ну, тентом. Сейчас бутылочки тут. Ближайшие полицейские. Я в круглой башне. Думал тут к башне заехать, которая одна из главных достопримечательностей. Но там за углом перекрыта улица, и тут все перерыто. В общем, мне нужно с горы теперь катиться. Я поехал. Да он прямо на скале стоит. А вот она, эта башня. Такие тут улочки. В нескольких кварталах отсюда располагается самый старый жилой дом в России. Вот. Не знаю, заеду ли я туда вечером или нет. Ну, посмотрим. И вот 8 часов утра почти, и я выезжаю из Выборга.
Вы, наверное, задаетесь вопросом, а что я снова делаю на этом мосту? Еще я остановился в нарушении всех правил дорожного движения. А я хотел до шлюзов доехать. Вот, но там стоит кордон. И говорят, что к шлюзам только с разрешения можно проехать. В общем, что, я сейчас обратно через мост Дружбы. Снова Выборг. Встретил я еще на этом мосту велосипедиста, спортсмена. Он с горки летел, рукой мне помахал. Успел я спуститься с одной горки, как надо заходить на новую. А вот и самый старый жилой дом в России. И я тут велосипед придерживаю под таким же наклоном. Очень много мостовых в Выборге. Прям только ходить приходится. Отлично, я пожрал. Вот, и встретил кучу велосипедистов с сумками. Они на гонку едут. И вот батарейные горы. Скажу честно, Выборг мне напоминает Стокгольм. Ну что, время 10 часов, и я снова выезжаю из Выборга.
Вот это самая кирха. Времени уже час, пора обедать. Заехал вот на родничок, пополнил водички себе немножко и поехал дальше. Что-то опять у меня села GoPro-ха. Устала она снимать мои оскароносные таймлапсы. Ну, короче, я выезжаю из Приморска. Закатываю, значит, ерясик на ногах, своих руках. Ну, как бы, как, тащу его, не еду высоко. Горка высокая и пологая, очень тяжело ехать. И тут вот такая красотень. Так бы в иной раз и пролетел бы, и не заметил даже. Очень узкая здесь дорога, и тачки прям вообще не тормозят, не объезжают, вообще никак. А сейчас их немного, а бывает так, что штук 7 сразу проедет, и с одной, и с другой стороны. Еду вот через лесок, и тут так пахнет хвоей. Ой, мама родная. Вот здесь останавливаюсь и отдыхаю уже. Но я хочу доехать до того мыса, до которого ездил Филипп. Что-то я такое очень шумное сейчас проехал, что даже интересно, что там такое. А я думал, сова. Даже не знаю. Ну вообще мне туда. Конечно, мне туда.
Такие тут все горки затяжные. Очень тяжело. Ну и как бы вот вид вниз. Да, чтобы понять, насколько я высоко. Вот по такой замечательной лесной дороге еду на мыс. Тут продолжение этой дорожки вообще загляденье прям. Ну, само собой, тут уже всякие человые места заняты, хотя времени еще 3 часа дня, но думаю, что и для меня что-нибудь найдется. Ох, какая же сыростью тут пахнет, и морем. Если вы еще не знаете, что такое античное рабство, то это таскать велик по песку. Вот это рабство. А вот и моя стояночка. Единственное, что вот это вот надо откинуть будет. Надеюсь, я не заражусь трупными ядами. Народу тут, конечно, тьма тьмущая. Но так и положено в человых местах. Ну что, давайте вам рум-тур, так сказать, проведу. Вот тут, значит, спальник с пеночкой. В спальнике надувная подушка в комплекте идет. Соответственно, тут я закидываюсь, застегиваюсь. Вот, разуваюсь. Ау, ногу свело. Разуваюсь, соответственно, здесь. Ну и могу вытянуться, соответственно, спать. Ну, рядышком тут у меня вещи остаются. А среди вещей у нас есть вот эта штука. Это лимонад барбарисовый. И там, видишь, она и не одна, да? Ну да, блин, подготовился я. И два беляша еще купил. Закусить чисто. Ну что, время уже 4 вечера, а я уже все приготовил для того, чтобы ночевку делать. Ужин вот чуть попозже сделаю еще. Ну что, давайте посмотрим, сколько я там проехал сегодня. 97 километров преодолел я за 5 с небольшим, почти 6 часов. А вельчики я вот чпокнул в дерево. Собственно говоря, рядом с палаткой. Блин, ну вид тут, конечно, потрясающий.
посоветовал это место Филипп Некрасов в своем видеоролике, когда он из Выборга ехал. Вот, я подумал, что выдумывать, если есть 100% вариант. Плюс я на панорамах посмотрел, на гугле, по-моему, что тут довольно-таки широкий пляж. Вот, и если даже не здесь, то вот там тоже пляжи. И вон там, и вон там, и за поворотом там тоже есть пляжи. Так что где-нибудь достал бы. Вот рис с рыбкой буду тащить. Времени 8 вечера. Мне дико рубит сон, потому что не спал со вчерашнего утра. Не сегодняшнего, а со вчерашнего. Вот, и пойду сейчас спать. Вот в эту палаточку. Ну, на этом все. До встречи в следующей серии.